Уже в следующем году в Ульяновской области пройдет череда торжеств, посвященных 150-летию нашего самого известного земляка Владимира Ленина. Подготовка уже началась. Ремонтом заповедников занимаются строительные организации, а новые выставки готовят историки и искусствоведы. Для перезагрузки самого масштабного объекта Ленинского мемориала организаторы объединили усилия. Пришло время обсудить планы работы. Губернатор Сергей Морозов созвал круглый стол. В этой связи большое внимание необходимо уделить, конечно, ремонту и модернизации архитектурных памятников и городских объектов, связанных с сохранением памяти о Ленине и о советском прошлом нашей страны. В программу празднования громкой даты входит больше сотни культурно-массовых мероприятий. Эксклюзивные материалы и секретные документы уже собраны для представления заинтересованной публики. В частности, музей, находящийся в самом мемориале, скоро пополнится новой экспозицией. Мы планируем, что все равно мы будем показывать, конечно, фигуру Ленина, но немножко по-другому. То есть это не идеологическая, а историческая экспозиция именно с исторической точки зрения. Начать облагораживать жемчужину советского модернизма планируют уже в этом году. Особенность в том, что такой масштабный объект нуждается в больших материальных вложениях. Фасад, кровли, инженерные сети и, конечно же, качественная отделка. Проектно-сметная документация готова, сумма получилась внушительная. Итого 2020 год 1,610 млрд. Хочу заострить внимание, что сроки очень сжаты. На базе мемориала планируют возродить общественно-политический центр. В нем будут проходить встречи с гостями, семинары и лекции. По планам руководства, центр будет состоять из конференц-залов и аудитории для студентов. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.